Не успела я приехать в Москву, Лена, как Москва не радует нас погодой. Ну, что делать? Мы выбираем сегодня яркие летние вещи. И на самом деле я хочу поделиться с вами секретом своего выбора. Многие женщины уже помнят это предложение, когда в период весны мы закупали с вами одежду для лета. Но кому-то не досталось это яркое предложение от известного бренда Prestige Style. Сегодня у нас уникальный день. Мы с вами смотрим новую коллекцию этого бренда и, конечно же, начнем с верхней одежды. Леночка, во-первых, мне нравится, что у нас много ярких расцветок. Но верхняя одежда по цене футболки, это для меня удивительно. У нас сегодня специальное предложение дня. Это куртка легкая Невада, 2499 рублей. Мне нравятся и краски, конечно, и цена потрясающая, но которая действует в течение всего лишь одних суток. Во-первых, мне хочется сказать, что бренд Prestige Style, это динамично развивающаяся команда, предлагает нам сегодня 5 расцветок на выбор. Начнем, пожалуй, с самого модного. Красный цвет, фаворит этого сезона 2017 года. Он действительно выделит вас из толпы и сделает самой яркой женщиной. Ну, а как насчет яркого васильковой расцветки? Как тебе? Мне очень нравится. И этот цвет выбрала наша модель Марина. Мы потом увидим на подиуме. Темно-синий цвет для тех женщин, кто все-таки предпочитает классику. Ведь темно-синий по популярности сегодня сравнивают с черным цветом. Да. А черный – это выбор 80% наших модниц. Ну, а сейчас барабанные палочки – самый нарядный оттенок белоснежный, как я обожаю. Белые и цвета. И, кстати, Лена, белый цвет в этом сезоне тоже взял всю популярность на себя. Так. Во-первых, этот цвет наши женщины уже не боятся выбирать белый. Не раз модная рубрика ломала стереотипы по поводу того, что белый цвет не полнит. И мы вернемся с вами к этому событию. Ну а сейчас давайте посмотрим, чем же хороша наша модель. Легкая куртка Невада. Ну подожди, Свет, я вижу, что у Лены куртка, а у нашей Марины ветровка получается. Да, я бы даже сказала, ветровка-жакет. Так. На самом деле наша модель — это трансформер. Благодаря деталям, особенно в зоне рукавов и внизу изделия, наша модель превращается в легкую ветровку-жакет. И давайте посмотрим сейчас, за счет чего это происходит. Вообще дизайнеры бренда Prestige Style удивили женщин многообразием фасонов. У Марины Марина выделяет бедра и подчеркивает их, укорачивая куртку. Тем самым за счет кулиски наша куртка становится легким жакетом-ветровкой. Рукава здесь тоже трансформировались из длинных рукавов. Они превратились за счет функциональных пад, они превратились у нас в укороченные рукава. Вот это да, посмотрите, у нас сегодня жакет-куртка легкая, куртка Невада и ветровка, и все это по одной цене премьеры из специального предложения сегодняшнего дня. 2499 рублей, ну это просто потрясающий подарок. Но самое главное, дорогие наши женщины, многие отказываются сегодня от синтетики. И начнем, пожалуй, с наших дизайнеров. Дизайнеры предлагают нашим женщинам выбрать сегодня 100% хлопок. Подожди, это 100% хлопок. Совершенно вот верно, но необычный. 100% хлопок с добавлением лайкры. Во-первых, эта ткань гораздо практичнее. Смотрите, как проверить наличие лайкры. Наша ткань — это смесовое полотно. Хлопок соединяется с лайкрой. И, во-первых, это не только комфортная посадка, мягкость, но еще и стойкость света. Уже доказано, технологи добавляют полиэфирные волокна, такие как лайкра и эластан, для прочности ткани. Подожди, и цвета. Ты хочешь сказать, что даже после многочисленных стирок эти цвета никуда не исчезнут и не поблекнут? Конечно, Леночка, вот я хочу сказать, что наша куртка Невада и на следующий сезон, и через 3 сезона, и через 5 будет радовать женщин яркими красками, а их у нас 5. Яркий красный, васильковый синий, темно-синий, белый и бирюза. И обращаем еще ваше внимание на то, что это не одна куртка, а сразу 2 модели. 2 модели по одной цене, да еще и качество, которое прослужит вам не один сезон. 2499 рублей. Сегодня вы выбираете для себя потрясающую легкую куртку Невада, которая трансформируется у нас в легкую куртку-жакет и даже в легкую ветровку. Я хочу сказать, что нашу модель могут носить женщины как элегантные, прекрасного возраста, так и женщины, которые любят спортшик. Например, давайте посмотрим на нашу ведущую Леночку Шептунову, которая выбрала для себя синий цвет. Смотрите, если наша модель Елена выбрала цвет брюк, которые у нас будут немножко позднее. Кстати, как брюки называются? Давайте напомним. Калиста. Друзья мои, а сейчас обратите внимание, яркие бирюзовые брюки Калиста на нашей модели Елене
любой топ. Кстати, здесь многообразие красок позволяет выбрать самые яркие расцветки. Желтые, красные. Это очень модно сегодня — сочетать яркие краски в одном летнем ансамбле. За что мне нравится. Как вам? Как для вас вот такой ансамбль? По-моему, замечательно. Тем более, когда мы идем утром на работу. Хочется что-то накинуть на плечи. И хочется, чтобы это было приятное, не сдавливающее движение и не приводящее нас в эффект банный. У нас наш продюсер передала звонок Нижний Новгород. На связи, и наши телезрительницы с самого раннего утра смотрят нас. Главный вопрос. Многие женщины говорят: Света, у меня большой бюст. Так. Подойдет ли мне такая модель? А вот сейчас давайте поговорим еще об одном очень важном моменте. Эта модель будет корректировать вашу фигуру. Смотрите, эта модель имеет свободный крой, а значит, поможет откорректировать и убрать те секреты, которые женщина хочет спрятать. И за счет легкости хлопка, но плотной ткани, вы будете чувствовать себя комфортно. Линия рукава поможет скрыть полноту ручек. Длина изделия, если вы хотите закрыть бедра, вы можете это сделать, как наша модель Лена. Посмотрите сами, все прикрыто. Наши изделия радуют необычайным купонным принтом, яркими красками. И не забывайте, что любая модель, которую вы выберете сегодня, корректирует ваш силуэт. Скорректируйте ваш силуэт, сделайте себя еще красивее, еще ярче, еще привлекательнее. И всего лишь за 2499 рублей. Давайте посмотрим на размерный ряд. От 50 до 60 есть наличие. И мы выбираем размер в размер. Если та женщина, которая любит свободу, она может выбрать на размер больше. Ну а та женщина, которая любит модели по фигуре, выбирает размер в размер. Свет, ну скажи, если сохранить вот ткани, краски, как ты говорила, что хлопок действительно сохраняет, но стирать это как, лучше в химчистке или дома? Нет, Леночка, современные ткани с добавлением лайкры нам служат не один сезон. Да. На самом деле все очень просто. Никаких химчисток. Мы стираем это изделие в домашних условиях. Ты помещаешь куртку просто в стиральную машинку. Прям в стиральную машинку? Да, конечно. Выбираешь температуру 30 градусов. И после стирки изделие можно прогладить с изнаночной стороны. Ведь это хлопок. Легкий уход. И, конечно, очень просто оформить заказ. Ведь все звонки абсолютно бесплатные. Оплата только при получении на почте. Забирайте готовыми ансамблями. Не ломайте голову, с чем сочетать. Ведь и юбку, ведь куртку Невада можно сочетать и с юбкой, и с брюками. И даже с платьем. И сегодня мы это вам докажем. Оставайтесь с нами, то ли еще будет.